В Атырау тренер по плаванию отказался петь гимн, не положив руку на сердце. Публичное неуважение мужчины к государственному символу было зафиксировано на соревнованиях по плаванию. Сотрудниками департамента полиции в отношении 33-летнего тренера составлен протокол. Административным судом наложен штраф. Мужчина является приверженцем деструктивного религиозного течения. К празднованию Дня защиты детей в центральном плавательном бассейне Мунайши проводились областные соревнования среди детей по плаванию. На данном мероприятии, в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях, специалистами Управления по делам религии Атырауской области проводились мониторинговые работы, в ходе которого установлено, что тренер по плаванию, уроженец Актюбинской области, 33-летний гражданин, приверженец деструктивного религиозного течения во время исполнения государственного гимна, нарушил требования действующего закона. Данное лицо привлечено к административной ответственности.